Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. В семью «Звезды дома» 2 пришло большое горе. Поклонники Юлии не могут сдержать рыданий. Январские праздники Ефременковой были омрачены резко ухудшимся состоянием ее бабушки Алевтины Анатольевны. Эта женщина заменила Юле маму, а потому та страшно переживала. Последние недели родственница знаменитости лежала в больнице. Ефременковой пришлось разрываться между домом и медучреждением. Можно представить, как трудно было участнице скандальной телестройки совмещать заботу о недавно родившихся у нее близнецах и постоянными поездками к бабушке, которую она неизменно называла мамой. На днях самочувствие Алевтины Анатольевны ухудшилось. Я туда звонила. Мне каждый день говорили. Состояние стабильно тяжелое. Это видео после того, как я позвонила вчера. И новость, которую я услышала, просто повергла меня в шок. У моей мамочки пропала речь, и она перестала сама есть. На душе пусто и очень страшно. Я просто хочу одного, чтобы моей маме стало лучше. Я очень ее жду домой. Я надеюсь, что она проживет с нами еще много лет. Будет нянчить своих долгожданных внуков, радовать нас и будет находиться в здравии, рыдала на камеру Ефременкова. Юлия не переставала надеяться на чудо, но его так и не случилось. Несмотря на все старания врачей, Алевтина Анатольевна скончалась. О трагической новости «Звезда дома» 2 сообщила в личном блоге в Instagram «Звездочка». «Сегодня в 18,5 моей мамочки не стало. Она решила уйти. Я пока просто ничего не понимаю. Спи спокойно, моя девочка. Пусть земля тебе будет пухом», поделилась своей болью Юлия 1 февраля. Между тем поклонники поспешили утешить Ефременкову. Многие пожелали звезде экрана сил пережить ее горе. Другие предложили посмотреть на уход родительницы с иной стороны. Мол, Алевтина Анатольевна дождалась внуков, прежде чем умереть. Кто-то не смог сдержать слез, переживая за звезду. «Мои соболезнования, тяжелая утрата. Сил Юле пережить такое горе. Крепись, жалко. Плачу. Дождалась внуков и ушла. Пусть земля ей будет пухом. До слез. Очень тяжело терять близких людей. Ужасная потеря. Милая, держись. Это жизнь. Глубочайшее сочувствие», пишут фанаты Ефременковой.